На что можно ориентироваться? Ну, вообще говоря, ориентироваться, кроме изолированной молнии защиты, можно только на одно. Ток молнии надо разбить по максимально большому числу токоотводов. Тогда в ту формулу, которую я только что поставил, в знаменателе окажется число этих токоотводов. И если я возьму число токоотводов где-нибудь на уровне 30-40, то я опущу эту цифру 160 кВт до уровня в 6 кВт, который по некоторым не очень обоснованным представлениям не считается уже смертельно опасным для человека. Откуда возьмется число токоотводов 30, 40, там, 50 и еще больше штук? Да понятно откуда. Роль таких токоотводов будет выполнять металлическая арматура здания. Сегодня подавляющее большинство зданий – это железобетон, сборный или монолитный. И металлическая арматура этих самых колонн, стен, стеклопакетов выполнит функцию токоотводов. И вот тогда рассекание тока молнии будет безопасно для людей. Вот когда у нас был чемпионат мира, нам очень много приходилось решать проблемы защиты болельщиков от тока молнии, который может ударить в стадион. В этом случае мы всегда говорили одно и то же. Ребята, у вас нет никаких причин для беспокойства. Количество металлических элементов, которые выполняют роль токоотводов, у вас исчисляется сотнями. Ток в каждом токоотводе ничтожен. С позиции молнии, конечно. И поэтому никакой опасности такие токоотводы не представляют. И ничего вам делать для защиты болельщиков на стадионе не требуется.